Добрый день, дорогие подписчики, гости канала. Перед вами сейчас был Пенни Кеннера, который поселился снова в 13 номер. Вот 13 номер у нас. Вот таким цветом будет Кеннер. Я сейчас спарую его с самочкой, выберу самочку из новых, тех, которых я привез с Пятигорска. Ну и посмотрим, что из этого выйдет. Взял этого Кеннера просто потому, что он больше, чем остальные, поет. Ну, я думаю, как бы поет он бесконечно. Пусть от него будут детки, может, передастся им песня. А в этом номере, что самка, она погибла. Она бросила кладку, 2 дня поболела и погибла сразу. Яйца я отправил в инкубатор. Я в том видео, в предыдущем, не показал. Сейчас вам покажу, что яйца в инкубаторе. Ну, расскажу, как я инкубирую. Итак, сейчас я им поставлю сюда гнездо. Вот я приготовил гнезда. Сейчас я заряжу его ромашкой, положу сюда сено и отправим на размножение. Вот опять поет, вы слышите, да? Где он тут? Сейчас подождем, он запоет. Вот. Песня у него идет затяжная, громкая. Это как бы он подзывает самку. Если убрать самок, то кеннера поют совсем по-другому. А в присутствии самок у них вот песня вот такая непонятная. Во-первых, и громкая, и все колено тянет дольше, больше, громче. Ну, в общем, я заметил такую тенденцию, что как в период размножения самки, то кеннера начинают просто по-сумасшедшему петь. Но тем не менее. Я вот думаю взять вот эту самочку, которая первая, с красноватым брюшком. Попробую ее с ним споровать. Сейчас я ее отловлю и к нему посажу. Смотрите, встреча самца и самки. Если предыдущие здесь дрались, посмотрим, как эти сейчас друг друга увидят. Ну, вот самка подлетела вверх, заглядывает в гнездо. Надо гнездо поставить, еще не поставил. Ну, видите, получается, самец у меня все-таки зелененький. Но он какой-то темно-зеленый. Ну, вот я его спарую с этой самкой. Она вроде как и не красно-деревая, и какая-то ржавая, что ли. Вот, в общем, такие 2 расцветки сделаем. Посмотрим, что получится. Думаю, что-то интересное получится в любом случае. Но моя задача... Мне понравился пение у этого кеннера. Вот пусть, думаю, пивуны такие интенсивные. Прям поют хорошо. Мне тут темновато, но... Темновато, да, надо было со вспышкой видео делать. Еще сегодня пасмурный день такой. Итак, вот перед вами гнездо. Я зарядил его, значит, насыпал ромашки на дно и положил сухой травы, которую заготовил, наверное, еще лет... Года 3 назад в мае насушил, и у меня ее полмешка. Я ее использую для этих целей. Так, ставим гнездо. Вот мы поставили гнездо. Я, вернее, поставил гнездо. Ну и понаблюдаем немножко за ними. Вот кеннер опять начал петь, вы слышите, да? Кстати говоря, до этого в этом номере был же кеннер пестрый, орликин был, да?
Он сейчас сидит в другом номере с самочкой. У них там уже то ли два, то ли три яичка. Но у них драки не было, в принципе, ни разу. Они ни разу не подрались. То есть вот у них как-то там мирно. Возможно, самка была такая какая-то агрессивная. Я думаю, может, она в процессе вот этих своих боев приобрела какое-то повреждение несовместимое с жизнью, что она отнеслась и через 5 дней умерла. Кто его знает? Не знаю. Как бы вот соседи сверху сидят, у них все нормально, никто не умер. Снизу там тоже вот на гнезде самец прикрыл, там в гнезде самка сидит, то есть допустим, как? Ну, может, если какая-то зараза, уже все передохли. Там, может, в корме, если что было, тоже многие подохли. А так вот одна раз и сошла с дистанции. Ну, в общем, у возрастных самок такое бывает. Сейчас я вам покажу немножко про инкубацию канареечных яиц. Отправимся сейчас туда. В общем, здесь вот так. Будет новая пара. Посмотрим, как будут у них развиваться события. Я думаю, что все будет нормально. Они выживут с таким певучим кеннером. Мне кажется, все будет нормально. Вот перед вами мой старый добрый инкубатор. Там загорается свет. Там лежат яйца. Сейчас мы откроем, посмотрим. Вот, значит, так. Здесь были яйца куриные. Перед тем, как я положил сюда гнездо с канареечными яйцами. Здесь произошел вывод. Я цыплят просто убрал. Немножко тут подмел. Ну, как бы дезинфекцию какую-то глобальную я еще не проводил. Потому что я в экстренном порядке положил сюда яйца. Думаю, все, пусть лежат. Думаю, ничего страшного не должно случиться. Вот вы видите яйца, да? Ну, таким образом я расположил просто гнездо, подпер его плоскогубцами, чтобы оно не упало. Ну, на скорую руку как бы все соорудил. Теперь, значит, я периодически прихожу и эти яйца переворачиваю. Вот, ну, перекручиваю вот таким образом. Раз, там следующая. Раз. Вот. Только надо быть очень аккуратно, потому что можно не рассчитать давление на яичко, и оно лопнет. Они очень такие хрупкие, конечно. Вот таким образом перевернул. Ну, стараюсь переворачивать, допустим, каждые 3, каждые 2 часа, каждые 4 часа. Ну, в общем, так вот. Просвечивал я эти яйца, там есть эмбрион, не знаю, как вам показать, чтобы было видно. Сейчас попробую, конечно. Вот, допустим, взять яйцо. Тут вот лампочка есть. Видно, нет? Не видно, да? Ну, в общем, там есть эмбрион, у него бьется сердце, он пульсирует. Пульсация довольно-таки уверенная, стабильная, то есть... Здоровенькие эмбриончики. Так, это про эмбриончики. А вот про вот это яйцо, которое самое крупное, мне кажется, оно будет болтухом. Потому что я его просвечивал, там вроде нет ничего. Может, еще рано, попозже будет заметно. Ну, в общем, инкубация канареечных яиц у меня первый раз. Я их никогда не практиковал инкубировать. Первый мой опыт был в этом инкубаторе, это были утиные яйца, потом были перепелиные яйца, потом были карелы, потом куры, потом снова куры, потом опять куры. А еще розел я тут пенантовых выводил. И вот сейчас пришла очередь канареечным яйцам. Не забывайте подписываться на мой канал. В дальнейшем буду показывать, как они будут вылупляться, как буду их кормить. Вернемся опять к канарейкам, потому что, ну, пусть инкубация там происходит. Значит так, что хотел сказать. Возможно, некоторые опытные канароводы скажут: Юра, зачем ты положил яйца в инкубатор? Можно же положить им
другим канарейкам, которые сидят у тебя на яйцах. Тем более у меня есть. Вот здесь вон одна самочка сидит. Здесь вот одна сидит. И по сроку они одинаковые. Тут вот у меня садится, села вернее, с зеленым самцом. Такая вот осветленная самочка, там ее не видно. Ну да, я не спорю. Можно было подложить, ну и дальше события развивались там у них уже. Но я хочу, что я хочу, вывести канареечные яйца, просто потому что у меня случился такой случай. Есть возможность попробовать, тем самым как бы ну, что-то подчерпнуть для себя, какой-то навык приобрести. Так просто мне интересно, вот я поэтому и заморочился с этим инкубатором. Ну и к тому же инкубатор был на мази. То есть нагреты, там были яйца куриные, я их убрал, цыплята вывелись благополучно. Да, конечно, есть такая у меня трудность в инкубации, отключают свет. Вчера был ураган, отключали свет на 3 или 4 часа, но думаю, это не беда. Это нормально, эмбрионы там шевелятся, все хорошо. Так вот, в дальнейшем, когда вылупятся эти птенцы, я их на тот момент к кому-нибудь подселю. У меня там должны выведутся птенцы, там выведутся. Я посмотрю, где кто будет по росту подходящий. Может, день-два покормлю их самостоятельно, и потом куда-то подселю. То есть я не намерен их кормить до полного их вырастания. Вот такая вот самочка, видите? Жалко, что темновато тут у меня. Я еще... Вот, самец и самка. Это соседи 13 номера. Вот 13 номер, никаких драк, все нормально. Так чирикают, общаются. В общем, будем наблюдать. Благодарю всех за внимание. До скорой встречи на моем канале. Ну, это видео, наверное, все-таки будет посвящено как инкубации, наверное, этих канареечных яиц. Назову его так. То, что тут новоселье, новая пара, ну, это как бы просто так, для виду. Основная задача этого видео – показать дальнейшую судьбу снесенных и брошенных яиц, которые попали в инкубатор и там благополучно инкубируются. Все, до скорой встречи на моем канале. И еще раз повторюсь, не забывайте подписываться на мой канал. Рекомендуйте друзьям, приятелям, знакомым, ну, чтобы канал развивался, подписчики не помешают. Будем общаться, обмениваться опытом, советами, критикой. В общем, все будет хорошо. До скорой встречи. Всем, кстати говоря, всем канароводам хорошего сезона, чтобы все было хорошо, чтобы канарейки нормально инкубировали яйца. И выкармливали птенцов. Ну, в общем, до свидания. Называется «А напоследок я спою». Сейчас Кеннер споет. Коротенько. Тут еще Мадина лазит. Вот она, любопытная. Все, увидел.